1 октября 2021 года. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши подписчики. Добрый день. Сегодняшний наш выпуск блога «Святая Земля» будет посвящен, ну, в общем-то, как обычно, тому, что, собственно, происходит на Святой Земле. Конкретно этот выпуск будет более актуальным. Мы расскажем о самых последних новостях, но расскажем о них со своей перспективы. Вы, наверное, уже заметили, что наш блог не туристический, не всегда развлекательный, но всегда очень аналитичный, в общем, для думающих людей. Особенно, что это наша точка зрения именно из этого точка земного шара. Из этого места. А как мы уже давно говорили, у иерусалимцев немножко другой взгляд на все. И я думаю, что вы это понимаете, и если мы, не дай бог, не совпадаем с вами в чем-то во мнении, надеюсь, у вас хватит у всех выдержки, терпения написать вежливый, интересный, обдуманный комментарий, а не просто всякий мусор. Тем, кто смотрит нас первый раз, прежде чем делать какие бы то ни было выводы, посмотрите, пожалуйста, предыдущие выпуски блога для того, чтобы понять, с кем имеете дело. Ну а для тех, кто ждет просто красивых кадров, путешествий по Израилю, глубоких исторических рассказов о Святой Земле, мы приглашаем на наш сайт «Клуб видеопутешествий Топос». Вот, кстати, кроме платных экскурсий по Святой Земле, которых там немало, вот прямо сегодня, в это воскресенье, у нас будет экскурсия моя по улице Кинг-Дэвид. Это старинная паломническая дорога в Иерусалиме, и я покажу вам массу всякой красоты и расскажу кучу всего интересного исторического и даже духовного. Так что обязательно присоединяйтесь, это совершенно бесплатно, просто в воскресенье нажмите на ссылочку на сайт Топос, которая есть в описании к этому видео, и там на сайте, на страничку Топос ТВ. Ровно с 14:00 экскурсия будет в эфире до полуночи. Также, если наши как бы видео на YouTube слишком такие острые и так далее, можно всегда просто подписаться на Анин Инстаграм или на мой, где, в принципе, ну, не обязательно развлекательное, но несет более такого вот легкого характера. Мы последнее, что хотим, это раздражать людей или чтобы они были на нервах. Главное, храните ваше спокойствие. Темы, которые мы сегодня будем обсуждать, к сожалению, легкими не назовешь. И первое, с чего мы начнем, это вот эти бесконечные слухи о том, что Израиль открывается для туристов. Мне пишут люди и в WhatsApp, и в Директ, в разных соцсетях, уже прямо назначают даты. Или когда шлют ссылки на других гидов, которые говорят, вот смотрите, у нас все откроется скоро, мы приглашаем вас, добро пожаловать, мы вас ждем в аэропорты. Да. Покупают билеты, составляют программу. Мои дорогие, у нас сведения из самых, поверьте нашим связям, из самых-самых точных и достоверных и высокопоставленных источников. К сожалению, Израиль для туристов пока открыт только при условии 3 вакцин Pfizer. Другого способа влететь в Израиль сегодня нет. Это если мы говорим о туризме. Да. Если у вас, конечно, есть родственники в Израиле, это другая песня. Здесь вы можете прилететь с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа, и с карантином, который здесь, в стране, нужно будет отсидеть 14 дней. Но если есть родственники, это не проблема. А вот для туристов въезд возможен в составе туристической группы от 5 до 30 человек, но у каждого туриста должны быть проведены 3, я подчеркиваю, не 2, а 3 вакцинации именно Pfizer, не спутником, не Модерной, не AstraZeneca, никакими другими прививками. И пока что Израиль не признает категорически никакие другие вакцины. Так что вот вам абсолютно официальная, точная информация, за которую мы, как сказать, головой отвечаем. Это не от нас, чтобы сразу не летело в нас, это мы просто говорим информацию, какой есть. Следующая новость, о которой мы хотим рассказать, поделиться, это как прошел в этом году праздник Суккот. Ну, отдельно о Суккоте, наверное, рассказывать будет слишком долго, но если кратко. Ну, если кратко, это, в принципе, праздник, где израильтяне и евреи вспоминают о том, как они странствовали в пустыне. Перед тем, когда завоевали Ханаан, завоевали землю обетованную, они находились в таких временных палатках, да? И в память об этом 7 дней как бы было установлено жить в то, что называется Суккот. Сука по-церковно-славянски, это, кстати, сено. Сень. Сень или по-русски куща. Куща, то есть, да. Это шатер прямоугольной формы.
Да, только слово «куша», мне кажется, не очень удачно. Это как раз тот перевод, который есть на современно-русском. А по-славянски называется «сен», от слова «осенять». То есть ты как будто... То есть, потому что праздник также имеет такой вот духовный смысл, в смысле, что суккот – это как место, где особая благодать как будто собирается и приглашает в гости в каждый день праздника один из праотцев, то есть Авраама, Исаака, Якова и так далее, и так далее. И, конечно, имеет мессианский смысл, то есть получается, что праотцы предназначены, чтобы потом родился сам Мессия. То есть, да? Понятно, что евреи не признают Христа как Мессию, но, тем не менее, праздник имеет однозначно мессианский смысл. А в наших христианских текстах богослужебных сама Богородица называется сука, кстати. Светоносное сено небесное, да, вот когда это... Ну, кстати, праздник еще имеет отношение к урожаю, поэтому да. Перед суккот начинают продавать в разных магазинчиках, ларечках украшения для суки. Но, к сожалению, в современном мире это, естественно, мишура и украшения, сделанные из пластика и всяких материалов, а в древности действительно вешали грозди винограда, гранаты, яблоки там и так далее. То есть вешали реальные настоящие фрукты. Дело в том, что даже люди, которые не обязательно ортодоксальные евреи, с кипой и так далее, они очень любят этот праздник. Школьники всегда спрашивают, даже неверующих атеистических родителей, папа, мама, у нас тоже будет сука, потому что у всех в школе есть сука. То есть это праздник всенародный, все его любят. И даже рестораны на улице, они ставят вот эти вот тоже суккот. Правда, чисто ортодоксальной точки зрения, они не совсем кошерны. Дело в том, что есть такой трактат в Мишне. Мишна – это как дополнение как бы, к Библии у евреев, где написано именно по каким канонам, какой размер должен быть сука, сколько там сторон должны быть. И в этих ресторанах ну, иногда просто вот ставят какую-то крышу такой вот временную, но люди все равно сидят и чувствуют, что они не нарушают каноны, потому что кушать, вкушать пищу, то есть трапезу совершать надо обязательно внутри сука, если ты религиозный еврей. Поэтому все рестораны ставят вот эти суккот. Ну, а до ковида суккот – это был период путешествий за границу. Люди все обязательно летели, потому что в суккот объявляются двухнедельные каникулы, и детки не ходят в школу, и у многих людей тоже с работы бывают отпуска. А у нас есть такое понятие «хагим» – это длинный период. Новый год, сразу за ним наступает Йом-Кипур, день прощения, очищения, пост, весь потом сентябрь. Суккот. Короче, многие люди на весь сентябрь куда-нибудь уезжают, ну, у кого финансы и работа позволяют. И вот в этом году это было невозможно, поэтому Иерусалим буквально взрывался от местных паломников. Много улетели в Греции, но вот надо было сдавать ПЦР-тесты и так далее. Были люди, которые летели, однако ограничены те места, куда можно лететь, то есть это опять, но были люди, вот, которые, конечно, отправились кто на Кипр, кто в Грецию, в таких, не на большом расстоянии, конечно. Ну, а в основном все отправились в Иерусалим. Я такого скопления, честно говоря, людей в Иерусалиме не видела, ну, наверное, с позапрошлой Пасхи, потому что, честно говоря, даже в обычный сезон, ну, вот сейчас был бы туристический сезон, если бы не пандемия, столько народу бы не было в старом городе, вот у Явских ворот, толпы, даже нельзя было пройти. Мы хотели купить мороженое с детьми, и Маколит, этот магазинчик, как раз на пути к гробу Господню, вот на входе в эту улицу, которая ведет к гробу Господню, полицейский вежливо извинился, сказал, я прошу прощения, но мы вас туда пустить не можем, потому что отсюда у нас выход, те, кто идет к стене плача, соответственно, выходит отсюда к Явским воротам. Вам, говорит, надо идти в сторону стены плача, стал мне объяснять, как мне обойти огородами, ну, я и без него ужас. Это знаю, но это ужас. Далеко, мы ушли, решили купить мороженое в другом месте. Вот. А ты не думаешь, что было ощущение, однако, несмотря на огромное скопление народа, конечно, везде. И на улице Мамила, которая это вот от Явских ворот ведет до центра города, очень узкая территория, и там просто такая толпа, и никаких зеленых карточек, и тоже в ресторанах люди сидели без никаких ограничений. То же официально... самое в центре города, на да. Белегуде. Да. Но не думаешь, что ощущение было как будто пир во времени чумы, или как да. бы люди как будто боятся успеть вот потусоваться, собираться все вместе, потому что все знают, что скоро будут еще какие-то ограничения,
Да, хотя в Израиле, в принципе, все принимают чудо-лекарства в большинстве своем, но ведь давно известно, что, к сожалению, нету стопроцентной гарантии, что человек, его принявший, не разносит чуму и сам не может заразиться или заболеть, или заразить других. Соответственно, было какое-то такое состояние отчаянного веселья, да, я согласна, первое время чумы есть что-то в этом. Более того, что совсем неожиданно, все жители Иерусалима получили СМС от мэра города Моше Леон, что дети должны обязательно пройти перед тем, когда они возвращаются в школу. Все дети в Израиле вернулись в школу как раз именно... 29 числа, в среду. Нет, сегодня. Ну, наши 29-го, наши, это да, частная школа. Правильно. Как... И вот в понедельник, то есть, представьте, понедельник у нас называется РФ Хаг, потому что полдня только праздник рабочих, а вторник – это последний день Суккот, нерабочий день. И вот в понедельник утром все родители города Иерусалима получили смс-ку от мэра города, что нельзя вернуться в школу без ПЦР-теста. Как бы паника, где его делать, потому что уже осталось полрабочего дня фактически, да, у родителей. Завтрашний день выходной, но правда оказалось, что эти пункты работали даже в выходной день. И вот мы пошли, естественно, сдавать, потому что без этого нельзя было вернуться в школу, сдавать ПЦР-тест на детей. И вы знаете, у нас это организовали в кинотеатре. То есть они уже организовывали это вообще везде, напротив, где можно. Напротив Макдональдса. Вот это сочетание врачей, медиков, при том во всех защитных средствах, да, на лице и на всем. И вот этих вкусных, сочных гамбургеров, милкшейков, кофе, конфеток и кино, на меня произвело впечатление большое. А вообще изначально тесты появились там именно из-за того, что кино их туда пригласил. Почему? Я вам расскажу. Дело в том, что чтобы идти в кино, надо обязательно показать зеленые карты. Однако дети, которые ниже 12, их нельзя вакцинировать. То есть страна еще не приняла решение, что можно вакцинировать таких маленьких несовершеннолетних детей. То есть те, которые старше 12, они имеют право вакцинироваться. Получается... И у нас призывают к этому, по крайней мере, мэр города, прости, но здесь нужно это вставить, мэр города даже сказал, что... Это не мэр, это премьер-министр. Прошу прощения, премьер-министр страны даже сказал, что он хочет, чтобы родители в школе скандалили между собою и настаивали, чтобы все дети приняли чудо-лекарство. Он прямо так сказал, чтобы вы не думали, мы придумаем, он сказал, я хочу, чтобы родители ссорились, повышали голос и чтобы заставили других родителей, которые... антилекарства, чтобы они приняли это лекарство. Ну вот, а хозяева кинотеатра поступили хитрее. Им же надо продавать билеты. Так они поставили пункт, где можно бесплатно за счет кинотеатра такой сделать быстрый ПЦР-тест. Кстати, для детей старше 12 лет в этот раз нужно было платить за него 52 шекеля. А для тех, кто младше 12 лет, бесплатно. Да, получается, ты сделал тест, потом пошел гамбургер съел, потом через полчаса, о, я получил, я, ой, положительный, ой-ой-ой, пошел на карантин. А отрицательный, о, я могу кино посмотреть, там, Том Круз, там, я не знаю, там чего. То есть... Ну, примерно так, да, то есть в ожидании теста люди сидят, там, пьют кофе, гамбургеры едят, как бы тусуются. Это да, это впечатление, конечно, новый вид услуг. Услуг, новый вид капитализма. Да, все в одном. Медицина и развлечения. Все включено. Наука и кино. Как бы, да, все в одном. Впечатляет. Ну, а лозунг, который израильтянам сейчас предлагают, он тоже из этой серии. Как ты мне говорил? Дай плечо науке. Если хочешь будущее, дай плечо науке. Красиво. Кто-то у нас талантливо сочиняет, конечно. Наверное, да. Да. Ну, так вот, а теперь о наших праздниках. Что происходило у нас? У нас было обновление храма в Иерусалиме. Вот вы наверняка даже не знаете вообще, что это за праздник. Вот он у нас так незамеченным и прошел. Это воскресенье. Кроме тех верующих, которые знали и особо как-то красиво оделись и пришли, потому что это был день рождения храма, гроба Господня. Даже если вы не верующие, не христиане, вы можете представить себе, какое огромное значение этот день, по идее, это должен самый иметь. Главный храм христианского мира. Это храм, который, в принципе, любой другой храм, это его как копия или образец храма Воскресения Христова. Изначально храм назывался храм Анастасис, и его строение в 335 году с Константином Великим, именно это событие считалось главным.
А второй день праздника – это как раз праздник обретения и вот воздвижения креста Господня. А вот так получилось, что после того, когда Иерусалим оказался в руках мусульман в 7 веке, да, перенесли значимость, то есть весь акцент пал на крестовоздвижение, а не на обновление храма гроба Господня. А изначально, то есть до 7 века, то есть от 4 до 7 века, главный праздник, который даже считался вторым Пасхой, вторая Пасха, это как раз праздник обновления, то есть освящения храма. Вот тут, конечно, народу было немножко побольше, но все равно это, ну скажем так, это в основном румынские и молдавские рабочие, которых у нас немало, которые работают здесь, сидят со стариками, работают в семьях. Это, конечно, наши местные израильтяне. Русская израильская. Русскоязычная община, ну, те, кто смогли, все-таки это рабочие. Праздник нет, это праздник, поэтому это они оказались. А, это праздничный день, Суккот, да, вот поэтому было их много. Довольно много приехало из других городов даже, все. Ну, и, конечно, местные греческие монахини, румынские монахини, ну, и мы, маленькая горсточка православных русалимцев. Но никаких паломнических групп не было. Нет. И могу сказать, что вот, несмотря на то, что я отдельно дома еще читал те богослужебные тексты, которые как бы полагаются на этот день, потому что тексты, ну вот очень советую, те, которые могут, просто найдите их, читайте их, они потрясающие, красивые, поэтичные. Но вот это торжество, на мой взгляд, не отражалось на лицах у священнослужителей, у патриарха. Да, абсолютно, да. Даже после службы мы с одной из наших приятельниц, прихожанок, просто буквально в один голос, правда, мы как на похоронах стояли, было очень грустное, печальное крестовоздвижение. А интересно, почему это так, как бы? Ну, мы пришли к выводу, что просто-напросто наши священники, владыки, семинаристы, да, патриарх даже, они чувствуют себя очень опущенными, вот по-другому, наверное, не скажешь, из-за отсутствия паломников. Но тут не только не паломников, отсутствие цели, вот эта вот, вот да, болезнь, которая появилась, как бы, да, действительно оставила их как бы без понятия, как бы без путства. То есть они как будто теряли свой путь, они не понимали направление. Нужно здесь пояснить, что, понимаете, наша Иерусалимская патриархия, она не очень обычная патриархия. Но вот если другие патриархии, другие патриархи, епископы, ну, предположительно, должны, по крайней мере, заботиться прежде всего о своей местной пастве, да, о том, чтобы было больше храмов, чтобы было больше верующих, нести Слово Божие, ну, как вот в вашей... Уйди отсюда, муха противная. Может быть, как в вашей епархии, в вашем городе, да? У нас это совершенно другое. Наша патриархия поставлена и существует 1500 лет, да, в принципе, ради того, чтобы хранить святые места и обеспечивать всем желающим православным христианам всего мира возможность здесь молиться, причащаться, участвовать в богослужениях и так далее. И то, что пострадало как раз, и даже до болезни, на мой взгляд, до того, когда вот закрыли границы, люди уже стали закрываться и перестали сюда приезжать, как раньше, по политическим и другим церковным причинам, о которых мы тоже можем говорить сейчас. Потому что я вижу прямую связь между то, что перекрашение, то есть вот это евхаристическое общение между Московской патриархией и Константинопольской, это повлияло, на Россию это фактически не повлияло. Если человек ходил у себя в храм в городе Пензе или там в Саратове или в Воронеже, это на него никак не влияет. Ну, не поминает патриарх Кирилл, не поминает патриарха Варфоломея. Ну ладно, какая разница. А для людей, которые живут в Иерусалиме, в Париже, в Лондоне, в Берлине, это просто, это конец, это катастрофа, потому что это означает, что уже нету вот этого вот православного единства. Да, что-то однозначно нарушилось и разрушилось, потому что все-таки святая земля существовала для паломников, и наша патриархия создавала в том же 5-6 веке вот эти богослужебные традиции, крестные ходы, и вообще само Иерусалимское богослужение легло в основу вообще богослужение уже потом во всем мире, да, если мы говорим про устройство его. И, конечно же, распорядок жизни даже и местных иерусалимцев все равно был всегда подчинен праздникам,
паломничеству, окормлению огромного количества христиан, которые сюда приходили. Но в этом были Все-таки включены это местные. Местные были включены, но я имею в виду сама цель. Сейчас она утеряна, потому что сейчас церковь существует только сама для себя. Гроб Господень не может существовать только для маленькой горсточки местных арабов и израильтян, которые, и монахов, которые верующие. То есть все продолжают делать то, что они делали до этого. Латиняне молятся свою... Католики, то есть продолжается свой как бы статус-кво, который есть. И получается, что вот по инерции и наши тоже продолжают служить. Но вот какая-то цель, целенаправленность, вдохновение. Я бы даже сказала вдохновение. Вот, наверное, это самое хорошее слово. Вдохновение какое-то ушло. Но мы с Рафаилом проследили потрясающую вещь. Это вдохновение начало покидать... До закрытия границ. До закрытия границ. И до нашей знаменитой чумы 21 века. Еще когда произошел раскол с Вселенским Патриархом, когда произошла вот эта автокефалия Украинской Православной Церкви, я могу сказать, как экскурсовод, как гид, который во всем этом беспрерывно как бы варилась, да, вот приезжают к тебе группа паломников со священником, первое, что начинается, а как мы будем на гробе причащаться? А у вас тут Вселенские служат? А у вас тут украинцы служат? Я говорю, нет, Украинская Церковь пока к нам не приезжала, не служила, пока у нашей Патриархии нет решения на этот, по этому вопросу. А говорю, Вселенские? Ну, конечно, есть священники. Каждую неделю воскресенье. Нам запрещено служить. Надо объяснить, что просто каждое воскресенье не бывает, что не будут какие-то или священники, или епископы у гроба Господня. То есть, когда открыты границы, конечно, такого не бывает. Там они всегда служат. Всегда богослужения международные и на месте Рождества Христова, и у гроба Господня, допустим, один батюшка из православной группы или два даже из разных групп, один из Греции, один с Кипра, один из Румынии, один из Вселенской, ну кто приехал, паломники. И все паломники, представьте, греки, там французы, русские, болгары, там румыны, все стоят вместе и молятся. И богослужения у нас ведутся поэтому обычно на трех-четырех языках одновременно, то есть части ктени на одном языке, возгласы на разных, отче наш на всех четырех языках по очереди каждый. То есть это вот так в Иерусалиме, и не только в Иерусалиме, в Вифлееме, ну, на самых важных святых местах. И вот тут постоянно был вопрос. И поскольку этот вопрос, как бы каждый священник приезжал со своим каноническим выводом и решением, то я позвонила тогда в миссию, взмолилась к секретарю нашей миссии: отец Никон, дорогой, ну дайте хоть какую-нибудь инструкцию. Он говорит, есть циркуляр. И он мне его дал, где было написано, и я всем священникам показывала тогда и предъявляла, было написано четко и ясно, что священникам Русской Православной Церкви запрещается, разумеется, запрещается сослужение с Вселенской, поскольку церкви порвали между собой отношения. Мы сейчас об этом поговорим, и наше мнение вы услышите. Пока я просто освещаю вам ситуацию. Однако не воспрещается причащаться и мирянам, и священникам на таких литургиях. Просто священник причащается мирским чином. Как бы, да, вот и все. И вы не представляете себе, даже сей циркуляр, очень грамотно и четко составленный. И официальный, от официальное лицо. С подписью, лицо. Печатью, разумеется, я спросила разрешение, можно ли его распространять и отдавать батюшкам в руки. Конечно, мне сказала миссия, да, разумеется, для этого он и издан. Не возымел должного действия, потому что мы имели вот такие факты, просто кругом, сплошь и рядом, когда экскурсоводы православные им просто выводили группы с божественной литургии. То есть приходит толпа паломников, женщины наши в платочках, готовые причащаться, настроенные уже на службу, на молитву, такие благостные после посещения святых мест, вот у них служба. И вдруг гид говорит, так, тут Вселенские, разворачиваемся, группа Ростов, уходим, ну, к примеру, там, да? Это был ужас, когда у меня в группе пытались такие возникать, я говорила, нет, группа Радонеж, мы остаемся, вот циркуляр, вот бумажка. Это был кошмар, вы поверьте, я сколько раз я ревела из-за этого, просто у меня слезы были, говорила, миленький, причастие святых тайн, литургию совершает наш канонический Иерусалимской патриархии епископ или батюшка. Какая разница, что ему сослужит Вселенский? Он нам литургию не осквернил, понимаете? Как бы это политический вопрос. Нет, что это раскольники. Церкви так там говорили. Разошлись, да? Это как раскольники. Бы... Раскольники, мы уходим, все, всех знаете, забираем. И вы знаете, ведь все это видел наш патриарх Иерусалимский, наши владыки, священники, вот эти храмы, которые опустевали в момент, потому что гиды выводили свои группы. Много даже человек. На воскресные службы, чтобы не искушаться, они просто стали ходить именно
в русских храмах. И тогда возникается вопрос, тогда зачем совершить паломничество, если ты не идешь на главные службы христианского мира, на воскресную службу гроба Господня? И приезжали группы, и мне говорили женщины отдельные, а вы знаете, у нас будет служба на гробе Господнем? Я говорю, ну да. У меня нет благословения от духовника, я только в Горницкий монастырь могу на службы, и я только к русским, я не имею права ни на какие службы. Я говорю, ну берите такси. Я всегда так очень жестко отвечала, потому что вы знаете, какой я почитатель и любитель гроба Господня. Мне было обидно за такое святое место, человек приехал как бы, зачем? И вы знаете, вот у нас с Рафаилом просто четко уже какой месяц, ну, вот с самого начала, собственно, этой болезни 21 века, у нас четкое совершенно ощущение, что Господь как будто бы, вот так можно воображением, да, сказал, вот вы хотите разделения, вот сидите-ка вы дома. Вы в своей Украине, вы в своей России, вы в своей Греции, вы в своем Нью-Йорке. Сидите-ка вы дома и молитесь. И посмотрим, допущу ли я вас еще к своему святому гробу. Я, конечно, это говорю сейчас с юмором, но доля правды в этом есть. Потому что вот это разделение внутреннее, я думаю, что каким-то, в каком-то смысле может дело быть связано. Дело в том, что еще не только связано. Я думаю, что это и заранее организовано, потому что надо разделить людей на разные, я бы сказал, секты. И в этом смысле секты, то есть как бы вот по политическим признакам, да, все знают, и это не тайна, что Вселенская Патриархия, их ориентация политическая. Я тут не говорю о духовности, я не говорю о каноничности. Их политическая ориентация – это Америка и особенно демократическая партия. Да? Не Трамп, который уже и так ушел. И, соответственно, они ближе там, к Обаме, к Байдену и к его администрации. Да? Тут нужна маленькая историческая справка. Дело в том, что после того, когда Царград пал, да, Византия как бы впала, завоевали это место турки, патриарх Вселенский, Константинопольский, стал представителем вообще всего восточно-христианского народа, который уже был подвластен туркам. Да? Греция не получила свою независимость, то есть только в начало 19 века и стала формировать свою отдельную церковную структуру. При этом Вселенский патриарх продолжал иметь свое паство на территории Турции, и не только Турции. Да? После Первой мировой войны, после революции в СССР, то есть в России оказался СССР, в саму Турцию, то есть уже не Османская империя, а современное турецкое государство со своим шовинизмом, со своим национализмом. Естественно, очень много паства Вселенской Патриархии оказалось в изгнании. Кто-то уехал в Грецию, кто-то уехал в Европу, кто-то в Англию, кто-то в Америку. И среди них как раз были и наиболее влиятельные члены Вселенской Патриархии, которые также стали часть элиты в разных странах. И это абсолютно нормально. И, естественно, они продолжали спонсировать церквей и на Афоне, и в Турции, и на Святой Земле в Иерусалимской Патриархии тоже. Эти благотворители из мирян называются архоны. Они могут быть или очень-очень богатыми бизнесменами, или иметь политическое какое-то влияние, даже являться политиками иногда на очень высоком уровне. И, соответственно, церковь нуждается в их и финансовой, и юридической, политической, и всякой другой протекции. И, в принципе, не только Вселенская Патриархия, не только Иерусалимская Патриархия, но и любая, в принципе, церковь имеет таких патронов среди благочестивых, обеспеченных, влиятельных мирян. А вот с другой стороны, Московская Патриархия, тут не надо даже ничего говорить, понятно, что это Кремль и президент Путин. Понятно? Это понятно. Я не мальчик, то есть я вижу реальности. Но беда – это когда все эти вещи влияют на нашу каноничную церковную жизнь. Да. И тут оказалось, что вот Украина – это уже самостоятельная страна. Я не говорю, что я сторонник этого. Я вообще считаю, что развалили СССР зря. Надо было, чтобы все было по-другому. Но это мое мнение, это не важно. Факт есть факт. СССР нет. Капут закончился, да? Украина – отдельная страна. И, естественно, внутри страны будут люди, которые и по церковным понятиям, и по политическим, они будут сторонниками не Кремля, а другого. Факт? Факт. И, естественно, что рано или поздно
структуры и в США, и в Константинополь фонар, они возьмут это как бы что мы, дети, как бы, правильно? Они делают то, что они делают. Другое дело, другая беда, это что эти вещи влияют как бы на наше православное единство. И это не должно было быть. Даже во времена Советского Союза было православное единство. Люди встречались как бы вот в разных храмах, молились вместе, евхаристическое общение не прекращалось. Получается, то, что сейчас идет, это даже хуже, чем железный занавес. Потому что каждый сейчас закрылся в свое, я бы сказал, в свой кружок, в свою тусовку, в свое как бы вот секта. Что такое сектантство? Сектантство — это когда человек говорит: «Я прав, я единственный, кто прав, все остальные, которые со мной не согласны, раскольники». А вот дело в том, что с исторической точки зрения, канонической точки зрения, не правы ни те, ни другие, как бы. Я это говорю не как эмоциональный человек, а как историк. Да. Как историк. Если старший патриарх как бы принимает решение, а я не люблю Варфоломея совсем даже, я далеко от особого почитания к нему, но он на своем месте, он делает свое дело, а тут как бы надо говорить: Бог дал, Бог взял, все, аминь, как бы. А вот то, что получилось сейчас, это что вот породилось это сектантство, которое еще усиливается из-за сейчас пандемии, которая есть по всему миру, из-за того, что сейчас строят общество на те, которые за, и те, которые против лекарства. Те, которые за лекарства, считают, что все, которые не принимают лекарства, они фанатики религиозные, слабоумные, идиоты, дебилы. А вот те, которые наоборот против этого, считают, что вот те, которые приняли, они приняли уже печать Антихриста и так далее. Мы даже знаем, что есть некоторые священники в монастырях. Есть игумены, которые, например, по состоянию здоровья, мы просто знаем такие монастыри, были вынуждены принять лекарства. Да, чтобы лететь за границу. Или просто по необходимости им нужно лететь за границу по каким-то, опять же, церковным делам. Так у них половина монастыря не причащается теперь, считая, что они печать Антихриста приняли. То есть мы слышали о таких явлениях уже. И это, конечно же, абсолютная работа на мельницу того, кто это разделение хочет и кто его, собственно, и устроил. Это игра, для них это игра. Это вот это разделение, это вообще, наверное, можно сказать, лозунг нашего века, в который мы живем сейчас. Разделяй и властвуй. Соответственно, это будет следующий шаг. Поэтому все, что идет на это разделение, вот наша патриархия Иерусалимская однозначно пытается брать на себя роль примирителя. Правда, у них это совершенно не получается. Нет. Это я имею в виду в смысле отношения конфликта церквей. И меня поразила Лавра Святого Саввы. Для тех, кто не знает, это монастырь, который существует с V века. Это самый строгий монастырь в мире. Ни на один день не прекращалась там монашеская жизнь. То есть это монастырь, который в пустыне, в иудейской без пустыне. Без электричества, по канонам, по старинным уставам Святого Саввы они там живут. Это подвижники. Настоящие. Опять же, вот сейчас наверху экрана у вас ссылочка на наше видео о Святом Савве. Вы можете подробно посмотреть. Они, кстати, антиэкуменизм тоже, вот и так далее. Но когда я спросила очень такого уважаемого духовного монаха, которого мы все знаем, любим в Савве, насчет вот, а как вот... Томаса этого, он говорит: Варфоломей прав, он имеет право принимать такие решения. И с этим нужно просто смириться, у церкви нет смирения. И вот это подход духовный к этому вопросу, не политический, не финансовый. Они, кстати, особо его не любят. Даже не исторический подход, это подход духовный. Подход духовный – это подход смирения. При том, что в Савве именно самого Варфоломея, патриарха, как личность, не любят. Нет. За его экуменизм, за многие, за его заполитизированность, вот эту, это понятно, это нормально. Но с точки зрения канона, как бы он прав, и украинская церковь должна существовать, по мнению нашей патриархии. Я тут могу сказать изнутри, но с точки зрения официального решения пока его нет. Но я вас уверяю, что если только поедут сюда паломники, например, на Украине, все примут чудо-лекарство именно нужной марки, и поедут сюда в паломничество Украинская Православная Церковь, мы с Рафаэлом как... Нет, Православная Церковь Украины. Православная Церковь Украины, мы как аналитики такие, да, и историки, живущие здесь, мы можем сказать почти стопроцентно, что, конечно, Иерусалимский патриарх благословит их служить на гробе, потому что он сам не видит, в чем
Тут, собственно, загруз. Нет, они пытаются, в чем проблема? Они пока пытаются некое нейтральность сделать, потому что у нашей церкви есть хорошие отношения с русской духовной миссией и так далее. И как бы всегда есть надежда, что вернутся русские паломники. Но дело в том, что, учитывая наша нынешняя политическая обстановка, скорее приедут сюда украинские паломники, нежели русские. Не то, что я этому рад, но это вот факт. И Иерусалимский патриарх, хоть он пытался играть такую примирительную, нейтральную роль, они созывали синод в Амман, где пытались какую-то альтернативу найти и так далее. Но я знаю, что в Константинопольской патриархии плохо отреагировали на этот синод в Амман, и он, в принципе, не оказался удачным. И рано или поздно, и несмотря на то, что сам наш патриарх Феофил, он имеет личные, непосредственные, дружеские отношения с митрополитом Ануфрием, вот, они друзья просто, да, но тем не менее патриарх Феофил не пойдет против мнения Вселенского Патриарха, это уже факт. Это канонически, я боюсь, будет даже просто невозможно. То есть, соответственно, видите, конфликт, кроме конфликта, ничего не порождает, он не дает ничего хорошего. У меня такая даже есть мысль, что, в принципе, конфликты и происходят в духовном плане ради того, чтобы мы встряхнулись, очнулись от своего очарования, убежденности в своей исторической стопроцентной правоте и попробовали увидеть другую сторону и их историческую правду, а у каждого она своя. И, соответственно, попытались бы ее для начала не принять, но хотя бы понять. И тогда может быть диалог. Как только нет понимания, соответственно, нет и не может быть никакого диалога. И, соответственно, разделяй и властвуй. Что у нас и происходит? Ну, что происходит, пока закрыты границы. И пока, в принципе, как бы, видите, вот был великий праздник, крестовоздвижение, обновление храма гроба Господня. Но что мы видим, например, у входа в старом городе, там, у Явских ворот, у площади? Мы в основном видим что? Как бы, что отсутствуют христиане. А вот характер, международный характер или христианский характер города потерял, то есть... Потерян. Потерян, получил сильнейший удар. То есть просто не то, что я грущу, что ходят там евреи. Евреи на своем месте. Но, естественно, использует это наша политическая власть, чтобы захватывать еще и еще территориях в спорных местах. Тут надо понять, что как бы я понимаю, что некоторые скажут, ну, евреи имеют право, там в Библии это земля обетованная, Господь им все давал. Все понятно, но есть еще современная дипломатия. И по современным как бы законам в мире, как бы вот есть то, что называется территория после 67 года, есть территория, которая по разрешению, по решению ООН в 48 году определили, что это арабская, это еврейская территория. И есть территории спорные, в том числе восточные. Иерусалим, старый город, это спорные территории, которые большинство стран в мире считает оккупированным, да? А вот пока нету как бы паломников, нету христиан, арабы тоже все в страхе, угнетенные, сидят все в своих локдаунах, в своих местах, уже как бы захватывают территории. Во время локдаунов, конечно, строили новые какие-то парки, проекты, фуникулеры, как бы все это для того, чтобы захватить территорию. И это все продолжается. То есть есть вещи, которые даже просто у вас не сообщают в новостях, но постоянно бывают какие-то или захват территории, или просто мальчики из поселения, еврейские мальчики, которые идут и совершают погромы, самые настоящие погромы. То, что происходит сейчас на западном берегу реки Иордан, требует особого выпуска, особого рассказа. СМИ молчат об этом. Между тем, на территориях палестинцев евреи создают так называемые форпосты, фермы. Под прикрытием фермы создаются самые настоящие просто бандитские группировки, которые под видом фермеров начинают заселять, осваивать землю, а потом просто совершают страшные совершенно нападения на арабские деревни, убивают арабских пастухов, фермеров, то есть делают все, чтобы выжить палестинцев из своих домов. Таких ферм существует по свидетельствам очевидцев, кстати, евреев, которые есть честные люди, которые сами об этом пишут и взывают к правительству, уже порядка
порядка 40. И вот на днях было совершено страшное зверское нападение на арабскую деревню. Армия из поселенцев в составе 60 человек, вооруженная, напала на деревню, забрасывали камнями, резали, убивали, стреляли, то есть делали все, что было можно. И при этом армия Израиля, которая подоспела к месту происшествия, не помогала палестинцам. Об этом с возмущением пишут израильские сейчас журналисты, пытаются, чтобы это было предано широкой огласке. И самое ужасное, что происходило это в дни еврейского праздника Симхат Тора. Праздник, в который заканчивается годичное чтение Пятикнижия Торы и начинается новый круг. Да, вот все это происходит на фоне этого. Одно из, кстати, я, кстати, сам израильтянин, я знаю много из этих ребят, мы одноклассниками даже были, как бы, да? Так что то, что я говорю, это не от какого-то ненависти, это вот то, что мои глаза, то, что я вижу. Одно из причин, кстати, почему я так стал даже христианином, это потому что это таким образом я и ближе Богу, это понятно, как ветхозаветная вера, но также потому, что это моя солидарность тоже с палестинцами, потому что мы причащаемся из одной чаши тоже с палестинцами, да, палестинцы это не только мусульмане, это еще и православные христиане, они также страдают из-за этих вещей. И таким образом, как христианин, я как бы причастен к обоим частям. По рождению, по происхождению, я израильтянин, я на иврите говорю, я учился в школе с этими мальчиками, которые и в армию ходят, и бьют арабов. Но как бы я показываю свою духовную, скажем, принадлежность тем, что я исповедую эту веру. И здесь, поверьте мне, это не круто. Да? Иногда люди думают, что я каким-то богатым миллионером или популярным человеком стал из-за того, что я обратился в православие. Ничего подобного. Если я бы работал на Хабад и стал раввином, я бы сейчас просто сидел в джакузи и отдыхал, и посмотрел, как у меня денег падает с неба. Так что главное, что вот действительно вот разделение общества, то, что все стали сидеть по своим домам, усиливание вот этого вот национализм, а национализм всегда это реакция защитная, это всегда страх. Это от страха. А страх – это страшная штука. Вспомните, какое самое жуткое наказание было, например, в Древней Греции, да, это когда человека изгоняли из полиса, из города. То есть человек становился изгоем общества. Вот так же сейчас люди боятся оказаться исключены из партии, исключен из общины, исключен из твоей церкви, исключен из твоего общества, кружка. Сообщества, кружка людей, в котором ты живешь и находишься. И страх движет людьми. Вот за счет страха разделение, собственно, и производит сейчас, да, то, что мы видим. Страх перед еретиками, страх перед болезнью. Иностранцами. Страх перед иностранцами. Перед Западом, перед Востоком, Югом, Севером, что угодно. Каждый человек боится чего-то другого. И что из-за этого происходит? Сейчас на Востоке все меньше и меньше вот противостояние к этому вот новые вот этой силы. Например, в странах Ближнего Востока раньше были очень много христиан, а сейчас их нет. Почему? Потому что был ИГИЛ. А вот подумайте, дело в том, что вот вакуум, некий вакуум, духовный вакуум, культурный вакуум, хорошо, если человек не верит, как бы на уровне даже культуры, если определенных народов, с их определенным вклад, с их определенный вот, уникальный вот дух вдохновения, если их истребляют, если они уже перестают существовать, если они в состоянии слабости уже, тогда приходят другие силы, которые их заменят. Если нет одной религии, на смену ей приходит другая религия. Если у людей нет веры в одно, на смену придет вера в другое и так далее, да, то есть вакуума не бывает, действительно и так. И мы видим, что сейчас образуется некая новая такая глобальная как бы религия, которая заменяет старых. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, это факт. Выводы уже можете делать сами, но уже понятно, что вот этот вот период так называемого третьего храма, это не за горами, потому что если вот, ну если у гроба Господня нету торжества, нету праздника, народа христианского тоже тут нету, международное вот это влияние, даже на иудаизм. Я не говорю, что надо, чтобы иудеи обратились в христианство. Я это не говорю. Но вот здоровое развитие веры – это когда есть диалог. А сейчас диалога нет. Все становится односторонное. И это как способствует новый приход к власти, новая диктатура. Всемирная даже диктатура, я бы сказал. Да.
Ну что же, дорогие друзья, вот такие мысли посетили ваших иерусалимских друзей в эти дни. Мы надеемся, что мы никого не обидели, что вам было интересно и посмотреть, может быть, немножко с другой точки зрения на хорошо вам известные проблемы. Мы же пока с вами прощаемся. Еще раз приглашаю вас в воскресенье на сайт нашего клуба путешествий Топос, на страничку Топос ТВ, на мою экскурсию по Иерусалиму. Она начнется в 14:00, будет доступна до полуночи, а может быть даже и весь понедельник, если мы увидим, что у людей есть интерес. Также напоминаем вам, что на сайте Топос в любое время дня и ночи вы можете смотреть экскурсии от наших умных, интеллигентных, думающих, образованных гидов по самым разным странам. У нас есть и замечательный христианский Рим, у нас есть и замечательные экскурсии по Лондону Влада Парка. Кстати, как раз-таки вот в эту субботу мы с ним будем изучать про джентльменов святого Джеймса. Так что те, кто интересуется Лондоном, добро пожаловать на Топосе. Каждый день что-то происходит. Почаще заходите на наш сайт. Не поленитесь положить себе монетки на баланс и смотреть платные экскурсии. Ну и, конечно, наши бесплатные в эфире Топос ТВ всегда есть на выходных с четверга по понедельник. Ну вот, также я приглашаю всех, кто хочет еще о Святой Земле моими, лично моими глазами, поэтично и красиво на мой Инстаграм. Ник моего Инстаграма сейчас у вас на экранах, и вы можете в Инстаграм зайти, меня найти легко в поиске, подписывайтесь. Ну и, собственно, на этом пока все. Мы вас всех обнимаем. Благодарим за ваши лайки, за ваши подписки. Там вот тык-тык-тык на subscribe. Ты показывала так, наоборот, надо вот... Вот так и вот так. Ну вот, обнимаем всех, дорогие друзья. Мы будем на связи, будем выходить в эфир как можно чаще. Всего хорошего. До свидания.